Друзья мои, посмотрите, какая красотища. Можно так сказать, кувшин для воды, но правильно называется это лимонадница. Почему лимонадница? Потому что сюда наливают напитки и называют их лимонад. Очень красивая вещь, очень толстое стекло. Реально очень толстая. Ножка устойчивая. Опора шикарная. Вообще класс. Кран пластмассовый, но из толстой пластмассы, я думаю, очень будет хорошо и долгая работа. Здесь вот стоит уплотнитель резиновый. Крышка вот такая вот красивенькая. Вообще класс. И если вы поставите эту лимонадницу, этот на праздничном столе, поверьте вы мне, в первую очередь вы украсите свое мероприятие, а во вторую очередь все захотят отсюда попробовать попить. Я вас уверяю, это 100%. Потому что таких вещей практически нигде не бывает, ни на каких банкетных столах. В других видеороликах и в нашем интернет-магазине тоже смотрите про другие стили лимонадниц. Вот тоже точно такая же, только тут дизайн другой. Эту лимонадницу я называю змеиная кожа, а это у нас такая гранулированная. Мы про чайник тоже будем рассказывать на своем YouTube-канале и показывать, как он работает. Он работает у нас, оказывается, с подсветочкой. Красотища! Даже лимонадница меняет свой внешний вид. Открываем краник, и пошла вода. Когда смотришь на это изобретение, эту конструкцию, реально хочется просто тупо открыть кран и попробовать, что здесь находится. Да не важно что, просто классная вообще вещь. Смотрите внимательно, видали, какая коробка? Очень брутальная, красивая, массивная, крутой подарок, если вы кому-то захотите приобрести и подарить своим друзьям, знакомым или просто себе. И, кстати, ребята, если вы пользовались вот такой лимонадницей, то будьте добры, напишите в комментариях, как она вам. Самое главное, я вам рекомендую приобретать товары в интернет-магазинах, которые рекламируют точно так же, как и мы. Потому что на данный момент в том внешнем виде, в котором вы видите, в том внешнем виде этот товар и придет в ваш дом, а не какой-нибудь шило-мыло кот в мешке. Переходите по ссылочке, которая находится внизу, на эту лимонадницу и приобретайте. И не забудьте обязательно оставить отзыв у нас на карточке товара, там, где вы приобрели. Ссылка на товар находится внизу в описании под этим видео.